Несмотря на то, что летние каникулы в самом разгаре, школы Славянского района продолжают работать. Там для детей открыты лагеря дневного пребывания. Это одна из самых распространенных и доступных форм летнего отдыха. Чем занимаются школьники на таких площадках, узнали наши корреспонденты, побывавшие в лагере дневного пребывания при школе номер 6 поселка Совхозного. Анастасия Науменко и Алина Прохоренко учатся в одном классе. Вместе проводят время после уроков. Теперь вдвоем посещают лагерь дневного пребывания «Эрудит» при школе номер 6. Дни в лагере проходят быстро и весело, признаются девочки. У нас в классе, когда мы обычно отдыхаем, мы любим разукрашивать раскраски, мы играем в различные игры, и мне нравится, когда мы ездим в разные места. Мне нравится больше всего, как мы ездим во всякие места, то, что там, например, мы вот сегодня поедем на лошадях, там куда-то смотреть, на них гладить. А занимаемся, вот как сказала Настя, мы, да, иногда рисуем, мы иногда там ходим просто по школе, вспоминаем те моменты, которые были. Вот, ходим к нашему классному руководителю, навещаем его. Лагерь дневного пребывания – место встречи, общения, игр. Здесь каждый ребенок находит себе увлекательное занятие по душе. Есть возможность попробовать себя в роли художника, поэта или танцора. Хочешь заниматься спортом – играй в футбол, волейбол, теннис. Воспитатели на детской площадке стараются разнообразить каждый новый день. У нас различные экскурсии, детям очень нравится. Мы ездим в различные поездки, в город Крымск, далее, значит, в Шапсугу. Очень нравятся детям поездки, особенно в лес любят. Также посещаем музеи Славянска, нашего города Славянска на Кубани. Вот, музеи семьи Степановых наши дети были, посещали. Ну и различные игры, конкурсы, которые проходят в течение дня. Действительно, детям в лагере скучать не приходится. Лагерь дневного пребывания «Эрудит» открылся 23 июня и продлится до 13 июля. Ребят ждут поездки и туристические походы, игры на свежем воздухе, тематические занятия, день юного натуралиста, день фантазии и юмора, день игр, шуток и бантиков и другие не менее увлекательные мероприятия. Так что каникулы пройдут весело и незабываемо. Надежда Калинина, Александр Косицын, Александра Тимовская, программа «События».